поехали. Алейхим салям. Куда едем, Линуза? Сначала мы едем в Ялту, потом в Керчь. Хорошо. Сейчас только радио включу и поедем. Давайте. Салам алейкум, сайлы достлар, сабач эрфыңыз хайрлолсын. Ватан седасы бүгін 5 яшыны толдыра, вебуның ичін бұтын күн девамында байрам яйынларыны качырмаңыз. Этот голос знаком каждому слушателю «Ватан Седаса». Еще робкий 5 лет назад, сейчас заставляет примкнуть к радиоприемникам тысячи крымчан. Пришел стажером, на его глазах строился и контент «Ватан Седаса», и новая студия. Она, кроме того, как красивая, установлены красивые декорации, так она еще и выполняет другие функции. Мы записываем некоторые наши программы, такие как «Чалхаджи Лайв», на ПТЗ-камеры, которые установлены у нас в студии, и их можно транслировать как в соцсети, так и по телеканалу «Милет». Голос Родины может звучать по-разному. Наслыгерны багышлайсыныз? Например, так. Нежно, но уверенно. 8 утра на Эле Решетова будет Крым. Картинку слушатель не видит. Настроение улавливает по голосу и интонациям. Нет ошибкам в прямом эфире. Да, экспромтом. Конечно, новички идут строго по сценарию. Когда только я пришла работать, естественно, строго по сценарию. А когда ты уже вливаешься в эту жизнь, понимаешь, где можно что сказать, тогда импровизация это очень важно. Магию на волнах творят 7 радийщиков. Контент развлекательный, музыкальный и информационный. Говорят, что радио может быть успешным конкурентом за внимание, если сохранить свои ключевые компетенции. Оперативность, эмоциональную связь со слушателями и креативность. С последним у «Ватан Седаса» все отлично, даже очень. За последний год в сетку добавили около 500 новых крымско-татарских песен. К слову, это про оперативность. Голос Родины любят и слушают в самых разных уголках полуострова. Давайте послушаем «Ватан Седаса». Где потанцуем? Ой, Машала! Мы любим радио «Ватан Седаса», потому что там мы часто слышим свою родную музыку на нашем крымско-татарском языке. И также мы хотим, чтобы наши дети, да, мы хотим прививать своих детей крымско-татарской музыке к народу. Радио вещает практически по всему Крыму. 95% покрытия – плоды кропотливых 5 лет работы. Но это не конечная точка, а только начало. Впереди новые вершины. Сейчас работаем над тем, чтобы увеличить мощность сигнала в отдаленных населенных пунктах Республики Крым. И спасибо большое всем нашим артистам за содействие. И радио действительно стало любимым среди нашего народа. Мы в этом году планируем построить новую студию, планируем дальше развиваться. Спасибо большое нашему руководству и, конечно, всему коллективу «Анаукутырка». Сегодня прекрасный день, чтобы сказать спасибо слушателям за то, что они выбирают «Ватан Седаса». Линуза Бурсеитова, Азиз Неметуллаев, Алиса Мединов, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Все, Халилага, отработали. Линуза, едем с «Ватан Седаса»? С «Ватан Седаса».